Генерал Уильям Бут почувствовал призыв поделиться любовью Иисуса со всеми людьми. В 1886 году он призвал своих сторонников помочь армии спасения расшириться по всему миру. Майор Джон Карлтон почувствовал призыв жертвовать, но сам жил на скудный бюджет. Его поразила идея, как он сможет внести свой вклад в это предложение. В своей карточке залога он написал: «Если я буду обходиться без пудинга каждый день в течение года, я смогу сэкономить 56 шиллингов». Это предложение тронуло генерала Бута сильнее, чем любое из щедрых обещаний, сделанных в тот день. Генерал Бут призвал остальных отказывать себе в чем-то в течение недели, чтобы пожертвовать сэкономленные деньги на это дело. Первый сбор самоотречения собрал 4820 фунтов. В основном это были гроши и полпенни. Некоторых беспокоила нехватка золотых монет, но генерал Бут знал, что многие пожертвовали свои медные монеты. Призыв генерала Бута разделить любовь Иисуса до края земли был реализован. К моменту смерти генерала Бута в 1912 году армия расширилась до 58 стран. Сегодня армия спасения действует более чем в 130 странах и продолжает расширяться. Сбор самоотречения проводится и по сей день. Каждая территория армии спасения по всему миру принимает участие. Богатые и бедные спасенцы бок о бок щедро поддерживают миссию армии по всему миру. Наши видео покажут, как армия спасения по всему миру демонстрирует любовь Иисуса к людям в отдаленных общинах Папуа-Новой Гвинеи, людям, нуждающимся в переливании крови в Мьянме, а также людям, страдающих от лишений и бездомности в Гренландии. Все это благодаря любви, которую Иисус показал нам. Когда вы хотите пожертвовать, мы рекомендуем вам выбрать поддержку миссии, которая позволяет нам спасать души для Царства Божьего и укреплять армию. Также вы можете поддержать инициативы по развитию сообщества. Мы с Джанин страстно привержены сбору самоотречения, и мы призываем всех спасенцев с молитвой рассмотреть возможность пожертвовать. Мы призываем вас отдать недельный заработок на миссионерское служение, чтобы поделиться любовью Иисуса к миру. Иисус помогал людям. Он призвал нас делать то же самое. Вместе мы можем проявить безграничную любовь.